ходят, мы, я лично, меня интересует, вот давно вы пользуетесь продукцией, и что именно, ну, что вас сюда привело? Так вот, один парень вот сказал, ну, где-то, наверное, лет 40 ему вот так вот, да, он, наверное, такой возраст там, да, он говорит, меня ложили в больницу в онко с легкими. Вот. А наши же консультанты назначили, говорит, анкорцин, назначили микотон, назначили липровид, потом этот, яндра воздушная и этот, винвита. И он говорит, прошло 3 недели, ну, назначали там пить и 1 неделю столько-то, то есть доводить по схеме, будем так говорить, анкорцин. То он говорил, что прошло 3 недели, пошел, сделал рентген, и врач-рентгенолог говорит, то такие круглые глаза. Значит, начало рисоваться легкое. А то легкие вообще не было на снимке. Снимка, ну, заплывал. Он говорит, благодаря вашей компании, то есть молодцы наши дежурные консультанты, я хочу сказать, те, кто назначал, и да. Леночка. Леночка. Ну, я, Лен, я сказала, я не знаю кто, но это правда. Я как раз хотела об этом результате сегодня рассказывать. Я же интересуюсь, люди сегодня. Которые человек принял. Это правда. Я тогда видела со снимками. И он привел с собой женщину. А я просто интересуюсь, когда люди заходят, думаю, что тут даром сидеть, да? Подхожу и спрашиваю. Ну, я, Оля, только, ну, я, ну, я не сказал, кто назначал, честно, я не буду обманывать. Вот, ну, вот именно что, при каком заболевании нас заинтересовало, я говорю, ну, и каждого так учу. Я постоянно спрашиваю, стажер у меня сейчас вот эта вот Олечка, дежурный консультант, Олечка, постоянно спрашивать надо, и это классно, потому что одна так назначит, другая так, результатов много, действительно проблемного у людей, мы будем так вот делиться. То есть, как бы Елена рассказала, это правда. Поплопай, я назначила, вот. Действительно, и слава Богу, что этот человек может быть действительно на этот диагноз уберет, правильно? Да. Это правда. Насколько он довольный мужчина, это вообще. Я еще что-то добавить. Да, я хотела добавить, что это человек, который пришел по рекомендации от Коновалова Елены Филипповны, и она его уговорила, что давай, вот я себя оздоровила, я семью, в Киеве семья. Со снимками. Да. Вот он пришел, доверил все эти проблемы, сказал, вот я буду полагаться только на вас. И всю программу выполнял, и через 2,5 недели перезванивает и говорит, я вам так благодарен. У меня, говорит, вот как с ладошку было, мы с Любой Шипиной видели затемнение на легких, что не могли, ну, предполагали, что туберкулез, но туберкулез не подтвердился. Через 2 недели рассосалось пятно и чистые легкие стали. И он говорит, ну, я, конечно, буду продолжать принимать. Он работает водителем, для него это очень важно. Говорит, сразу ушли спазмы в груди, типа бронхоспазмов. Вот. И человек довольный. Ну и мы рады, что мы вот базовая программа, это базовая программа была. Ну плюс для снятия спазмов ядра воздушная. И такие замечательные результаты. Спасибо нашей компании, нашей продукции.